Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также моей группы в Facebook. Ссылочка в описании, можно будет перейти и заказать все монеточки, которые есть в этом видео, а также моих других видео, которые есть у меня на YouTube. Сегодня у нас, к вашему вниманию, представлены монеты Бразилии и монеты Уганды. Сейчас мы их быстренько с вами обсмотрим, сделаем небольшой такой обзорчик. И первый у нас один Центаво 97 года, нержавеющая сталь, гурт гладкий. Вот тут такое вот изображение, название Бразил. Такая вот прекрасненькая монетка, в неплохом состоянии. Кому интересно, переходим по ссылочке в описании и заказываем. Следующая одна с 1 копейка, более старого года, 80 года. Один Крузейро. Вот. Также у нас Бразилия. 80-й год. Гурт гладкий. Здесь у нас изображен бамбук. Бамбук, наверное, я так думаю. Может и нет, не знаю. Вот. Материал нержавеющей стали. Гурт гладкий. Вот. Следующая у нас монетка. Тоже монетка Бразилии. Это у нас 5 центава. 97 года. Вот. Гурт гладкий. Надписью Бразиль. В принципе, все монеты однотипные, но номинал разный. Вот такие вот интересненькие и неплохом состоянии монеточки. Материал у нас нержавеющая сталь. Вот монетки обиходные Бразилии. Здесь следующий наш 10 центава 95 года. Также нержавеющая сталь. В принципе, монета одинаковая. Что 5, что 1 центаву, что 5 центаву. Вот. На Милан 95 года. Так же самое, надпись Бразил. Вот. Таким вот изображением лица. Так, следующая у нас монетка 50 центава. Вот. 94 года. Такая вот монеточка, гурт гладкий, материал нержавеющая сталь. Таким вот изображением у нас Бразил. Так, следующие у нас монетки более такие интересненькие. Это у нас уже идет 5 центаво. Здесь у меня несколько штук разных годов. Вот, вот 2012 года. Центаво. Материал у нас сталь с латунным покрытием. Вот. Монетки в разном состоянии. Вот 2006 в неплохом состоянии. Покажу вашему вниманию. Гурт у нас гладкий на всех монетках. Здесь вот такое вот изображение с надписью Бразил. Вот. Все монетки в таком вот состоянии. Вот. Кому интересно, кому не хватает коллекции, можете заказать мне в группе. Вот следующая ссылочка в описании. Следующий у нас 10 центаво. Разных тоже годов. 2008. Вот 2008. Они что-то у меня все 2008. Они мне все казались 2008 года. 2008 год. У нас уже гурт ребристый. Ой, стал с латунным покрытием. Адрес монетки у нас. Вот такая вот более интересный. Более солидней. Следующая наша монетка. Это у нас 25 центаво. Вот. 25 центаво. 2005 года. Вот Бразилия. Стоит латунным покрытием. Гурт ребристый. Таким вот изображением у нас уже более солидным, более красивым. Так, следующие у нас монетки. Это у нас Уганда. Монетки, как на мой вид, более такие интересные. Это у нас 100 шиллингов 98 года. Тут у нас изображен бык или буйвол. Банк оф Уганда. 1000 шиллингов. Гурт у нас ребристый. Вот мидно-никелевый сплав. Здесь вот такое вот красивое изображение. The 100 шиллинг. Банк оф Уганда. Такая вот солидная и красивая монетка. Кому интересно, по ссылочке переходим и заказываем меня в группе.
Следующая наша монетка, это у нас 50 центов 76 года, Банк оф Уганда. Такие вот изображения птицы. Вот гор, красивая монетка, в неплохом состоянии. 50 цент, Банк оф Уганда. Сталь медным никелем покрытием. Хотя, это у нас монетка медно-никелевое покрытие. Более нержавеющее, похоже. Вот. Ну, так верить каталогу. Вот. На этом будем заканчивать наше сегодня короткое видео. С данными вот монетками. Их видно всех на видео. Не забываем подписаться, поставить лайкосик. Вот. Будет еще много монет, бонов. В скором времени пойдут и марки. Кому интересно, пишите. Буду снимать видео, показывать. Всем пока, до новых встреч.